Тем временем многие другие депутаты сами становятся звездами Ютуба. Председатель одной из фракций парламента Грузии Роман Гацеридзе приковал внимание многомиллионной аудитории загадочными манипуляциями со смартфоном. Он включил камеру, начал вертеть устройство вокруг оси. Пользователи предположили, что Гацеридзе хотел сделать селфи на основную камеру, однако кнопку спуска парламентарий так и не нажал, продолжая вращать телефон. Некоторые предположили, что, возможно, таким образом он вел трансляцию заседания. Очень хотели бы видеть результат, однако пока ничего похожего в сети обнаружено не было. Настоящий блогер. Все говорят об этом уже второй день. Да. Вот как нужно.